Ребятки, всем привет. Я сегодня на работе, а сегодня 9 мая. Праздник, люди празднуют, отдыхают, а я работаю. Из всех моих нарядов и украшений, это вот я в рабочей одежде, и вот у меня вот такое украшение. Мне так жалко и обидно, что я не на параде. Вот, там и будет вот этот бессмертный полк в этом году, потому что в том году, по-моему, не было из-за пандемии. А в этом году прям все так хорошо, а я вот в рабочей одежде. Ну, у нас у всех такое настроение приподнятое, мы тут друг друга всех с праздничком поздравляем. В общем, все нормально, все хорошо. Только обидно за демонстрацию, что я сегодня не там. А вообще так получилось, что я и 1 мая работала, и на 9 выпала моя смена. А я работаю 2 через 2, но теперь днем. Так что поздравляю вас с этим большим, великим праздником, Днем Победы. Желаю вам всем счастья, здоровья, благоразумия и мирного неба над головой. Все, пока! Ребятки, возвращаюсь домой с работы, а у нас здесь на администрации концерт в честь Дня Победы. Людей очень много. Красивый праздник, хороший. И салюты были. Я когда ехали, мы вахты возвращались, я видела над поселком салют. Это значит, он уже прошел. Может быть, туда позже еще будет, но думаю, что уже нет. А я устала и пойду домой отдыхать. Вот люди гуляют, магазин красное, белое, тоже столько народу. Но я почему включила видео. Там в темноте вдали не видно, я уже отошла от администрации. Но девочка вот это поет. И так поет хорошо. Наша Яблуновская. Я надеюсь, вам слышно. Это не запись, эта девочка поет вживую. Прям умничка. Здравствуйте, мои хорошие. Я сегодня выходная, и дел у меня собралось, естественно, очень много. Нужно и готовить, и стирать, и, в общем, завтра на работу. А сегодня нужно подтянуть все свои хвосты. Так, чего я такая довольная? Я вам сейчас расскажу. Стали прибавляться подписчики. Ребята, я вам очень благодарна за подписку. Нас теперь уже больше 100. А это значит, что мы скоро сможем общаться в прямом эфире, делать трансляции. Я скачаю необходимое приложение, там еще поучусь. Почему поучусь? Потому что телефон, вот, на который я снимаю, старенький. Я планирую в скором будущем приобрести новый телефон, там и микрофон, и петличка у меня уже есть как бы к нему. В общем, чтобы была качественная запись и качественная трансляция и запись видео. Вот. Поэтому дело за малым осталось. Куплю хороший телефон с хорошей камерой, и там будет больше свободного места, и я смогу скачать это приложение. Так, уже повторяюсь по сотому разу, по сотому кругу. Знаете почему?
Вот суета, вот это вот, дел просто очень много. И как бы тороплюсь. Да, это все сказано, к слову, о благодарности за подписку, мои хорошие. Спасибо огромное. Рада вас всех приветствовать на моем канале. Что еще? Сейчас буду готовить. Вот весна, уже не знаешь, чего хочется. Ну, так думаю, потушу капустку с мясом. У меня там индейка есть. Вот такая у меня индейка, стейки. Стейки из индейки. Видели, да, как? Слышите, да, как в рифму получается. В общем, сейчас помою, замою, порежу, обжарю, наверное, достану свой любимый вок и потушу с капусткой. У меня там телевизор включен, ребята. Муз-ТВ. Песенка такая классная. Я надеюсь, вам слышно. Нравится мне очень. Так, в общем, что? Начинаю готовить. Фартушек где-то мой тут был. Тут был любимый. Все, косыночку модную я не надеваю. Стрёмную. Модную, стрёмную. Потому что я воспользовалась лаком для волос. А это значит, что волосики не улетят. Ой, какая песня классная. Прям нравится. Ой, нравится, нравится. Все, поехали готовить. Так, я так решила. Наверное, я вок свой не буду доставать. Да попытаюсь потушить в толстостенной кастрюльке. Сейчас разрежу. Кусочки не буду делать сильно маленькими. А так, поприличнее. Так. О чем поговорим? О комментариях. Ребята, какие глупости мне продолжают писать в этом, в комментариях и в одноклассниках. И, мама дорогая, я имею в виду, ну, что касается, ой, что касается вот этих вот военных действий, я не буду озвучивать, но хочу вам сказать, что это какой-то ужас. Люди пользуются моментом, да, очень жаль, что хорошего меньше, чем злого, и это, ну, я обещала, я говорила, граждане Украины пусть высказываются, я абсолютно не против. Как обещала, так слово свое сдержу. Вот. Но просто иной раз диву даешься. Люди многие, у меня даже такое впечатление сложилось, что они, собственно, и не вникают в то, что происходит. А вот тупо, как я говорила, у людей хорошо развито стадное чувство. Вот все стадо туда, и я туда. Они даже не понимают, что они повторяют заученные фразы. В общем, крас босикам с этими действиями. Вот. Какие у нас там еще новости, помимо комментариев? Хочу сказать, что погода у нас хорошая, продукты у нас в магазине есть, много там из продуктов, что пошло на спад, цены пошли на спад. Как бы у нас все нормально, все хорошо, спасибо Богу. Сейчас я такая хитрая мышь, вот так вот все прям и присолю чуть-чуточку. Раз уж я не буду обжаривать, а буду тушить, значит, можно вначале и посолить. Потому что я говорила вам как-то, да, когда я обжариваю, я, особенно вот в чугунной посуде, я стараюсь не... Так... Я стараюсь не мариновать, не перчить, не солить, ничего, чтобы кусочек мяса просто обжарился, взялся своей корочкой.
Так, и у меня есть сухая аджичка. Сейчас я приправлю вот это все. Так. Все хорошо. По-быстрому, все по-быстрому, потому что дел много, хочется успеть все. Вот. Ну все, ладно, а то будет сильно острое. Сначала накидаю, хорошо пахнет, так это. А потом, ну вообще я острое люблю. Вот. Ой, там снова песня классная в этом, в зале, в телевизоре. Ну что у нас тут? Так, чуточку. Пусть оно прям здесь на доске разделочной промаринуется. Вот. Все, чуть-чуть полежит, потом потушу, притушу. С лучком, с капусточкой, самый раз. Наверное, томатика добавлю, так как-то мне хочется. Ладно, поехали дальше. А еще знаете что, ребята, я говорила уже, да, вот 9 мая так получилось, что я работала, но я себя не чувствовала как бы одиноко. Почему? Потому что столько было поздравлений в одноклассниках. Ребята, спасибо вам огромное. Столько подарков, все знакомые, незнакомые, и просто друзья, с которыми мы лично не знакомы, но общаемся вот именно в одноклассниках. Спасибо огромное, я прям, ну, очень довольна. Столько открыток, столько подарков. Правда, большой праздник, и люди, по-моему, вся страна ликовала. Вот у меня такое впечатление. Так, немножко лучка, остальное потом. Вот, так что спасибо большое. Кому, если вдруг я так получилось, что я не ответила, ну, поскольку я работала, кому-то отвечала, кому-то не отвечала, и там еще очень плохой интернет у нас в складе. Поэтому, если кого не поздравила, кому не ответила, простите, пожалуйста, задним числом поздравлю вас. Вот, лучше позже, чем никогда. Еще раз поздравляю всех с большим, великим праздником, Днем Победы. Ребята, желаю нам всем мирного неба над головой, чтобы все стороны, все страны, все люди нашли общий язык, смогли договориться. Я понимаю, что это из области фантастики, но мне так этого хочется, и чем больше людей будут этого желать, значит, так тому и быть, значит, так оно и будет. Так что все, желаю нам всем доброго, крепкого здоровья и мирного неба над головой. Пусть наши детки растут в счастливой стране, в счастливых семьях, где улыбающиеся родители, они угрюмые, грустные, больные, там, ну и всякое такое. Давайте создавать вокруг себя здоровое, счастливое общество. Ну, начнем со своих близких, с окружающих, дальше с соседей, дальше с сотрудников, где работаем, дальше страны, ну, в общем, вы поняли, о чем я говорю. Так что давайте все делать сами. Все, если мы хотим, чтобы было добро, значит, давайте начнем с себя и будем творить добро. И также давайте будем помнить наших дедов, потому что эту победу они нам подарили, они ее завоевали, они положили свое здоровье, кто-то своей жизни положил. Это была ужасная, страшная война, долгая. Это было страшное время. Вот. И мы будем помнить подвиг наших родителей, давайте. И будем ценить тот дар, тот подарок, что они нам подарили. Потому что мои, например, дедушки оба тоже воевали. Да и не я одна, наверное, у вас, у большинства тоже есть те, кто был на фронте. У меня и мамин дедушка Василий вообще, но на молдавском, они же из Молдавии, я же из Молдавии, вот, а Василий на молдавском, кто из Молдавии, тот поймет, почему я так говорю, там так произносят, Василий, а дедушка Филипп, это папин отец, это его называли Щилипи,
Так произносят в Молдавии. А на самом деле он Филипп. Мой отец был Георгий Филиппович. Вот. Так что всех поздравила. Все, ребятки, продолжаю дальше готовить. Пока мяско тушится, я редисочку почищу. Вот купила редиски. И кто-то делает салат из редиски. Да, он вкусный, там можно соль, уксус и масло растительное. Можно сметанкой заправить, можно нарезать, можно через терочку. А я люблю просто ее кусать и хрустеть, чтобы грызть ее. Вот целиком. Сейчас почищу, помою, сложу ее в вазочку и вот целиком грызть. Я и огурцы так люблю, хоть свежие, хоть соленые. Вот, ну, не особо я люблю их нарезать. Вот мне нравится, когда целый огурчик берешь и откусываешь от него. А еще, знаете, что хотела сказать? Вот сейчас воспользуюсь моментом. Вот смотрите, там, где я работаю, на складе, в складе «Пятерочка», нужны сотрудники, нужны работники, и девочки, и мальчики. Кто на КГМ, кто, в общем, нужны люди. Если кому-нибудь из вас нужна работа, да, смены там разные, и ночные, и дневные, какая вас устроит, как договоритесь с начальством, если что. Потом, что? Достойная оплата, на мой взгляд, достойная. Сейчас я ее озвучивать не буду, но если кому-нибудь из вас интересно, пишите мне в комментариях, хоть в Одноклассниках, хоть в Ютубе. У кого есть мой WhatsApp, пишите в WhatsApp. Я после уже, ну, там созвонимся, и я дам вам номер телефона нашей Наталья. Зовут девушку, она менеджер у нас. С ней свяжетесь, но, в общем, да, повторюсь, кому нужно, пишите, и я отзовусь, отвечу на такие комментарии, по крайней мере, обязательно. Хотя я так постараюсь на все комментарии отвечать. И там еще имеется возможность подработки. Вот это важно, потому что... Ну вот, бывало такое вот на работе, где бы я там не работала, человек хочет подработать, а нет такой возможности. Здесь, пожалуйста, хоть круглые сутки работайте, работа всем найдется для всех, и работы всем хватит. Вот. Так что, ребятки, пишите. Это я еще, знаете, что хотела сказать? Вот как-то у меня были такие опасения, что вот, нет работы. Слушайте, и любой возраст, и, ну, как бы, работы полно. Полно. Я это объявление нашла через Авито. Вам заморачиваться не стоит. Просто напишите мне, и после все можно будет обсудить. Итак, ребятки. Приготовила я свой обед, потушила капусту. Еще у меня тут бутылочка молочка. Я сейчас наварю себе манной кашки. Манная кашка – пища богов. Как по мне, так это пища богов. Вот. Перемою посуду у меня здесь еще осталось. И, в общем-то, пойду монтировать этот ролик. Успею, не успею, не знаю. Надеюсь, что успею. Надеюсь, что все будет хорошо, потому что завтра на работу. Если сегодня не успею, то тогда аж через 2 дня. И так я все это кусочки собрала из 9 мая, и с работы возвращалась, и на работе немножко, и дома немножко. В общем, и так получился один ролик. Все подробности вам показывать не стала в своей готовке. Почему? Потому что... Сами с усами. Все вы умеете, и у меня не кулинарный канал. Иногда, когда у меня есть настроение, я показываю. А обычно капусту потушить с мясом, ну, невеликий уж такой рецепт. Поэтому, ребятки, с вами прощаюсь. Благодарю вас, что вы были со мной. Благодарю вас за ваши подписки. Благодарю вас за ваши лайки.
которые вы уже поставили, наверное, пальчик вверх. Все, мои хорошие, давайте. Желаю вам доброго, крепкого здоровья. Пока!